Привет, друзья! Вы на канале IT Муравейник, и с вами Александр Артеменко. Сегодня немного необычный формат для видео. Я решил попробовать снимать влог. Дело в том, что в последнее время на съемку качественных, хороших, длинных роликов просто не хватает времени. Май с его праздниками совершенно сломал мне расписание. Раньше я записывал все видосики по средам, когда была семья вдалеке, одно и так почему-то не выходит. Поэтому я решил... при этом вокруг происходит много всякого интересного, о чем хочется рассказать. Поэтому о таких вещах я буду делать ролики без обработки и выкладывать их как есть. И вот сегодня я хочу в первую очередь поблагодарить своих донатеров на Boosty. Это Сергей Кланов и Денис Квочка. Спасибо, ребята, ваша поддержка очень важна для меня. Кстати, ссылки на Boosty я обычно прикладываю в каждом своем ролике внизу под разделом со всеми остальными ссылками. Но, несмотря на то, что донаты – это классно, еще больше меня порадует, если вы будете писать о своих продвижениях в плане изучения коммунизма. Так что не забывайте писать комменты, спрашивать свои вопросы. Кстати, пользуясь случаем, хочу прокомментировать пару телеграм-каналов. Один из этих телеграм-каналов русскоязычный. Он про разные диалекты лиспа, в том числе про Common Lisp. Ссылки я оставлю внизу в описании. Второй канал, пример такого же плана, но для тех, кто говорит по-английски. А сегодня я еще хочу затронуть такую тему, как перформанс. Как раз на одном из этих каналов вчера пришел человек и начал спрашивать, подходит ли Common Lisp для веб-разработки. В частности, его интересовало, сможет ли один веб-сервер на Common Lisp отдавать запросы со скоростью 15 тысяч RPS на дохленькой виртуалке. Вот. Скорее всего, конечно, не сможет, но интересно было бы сравнить. Вот я вспомнил, что есть такой бенчмарк, который называется Framework Benchmark. Этот бенчмарк сравнивает производительность разных фреймворков на разных языках. Там немного, конечно, синтетические примеры, как и во всех бенчмарках. Но этот бенчмарк проверяет не только скорость самого фреймворка на каком-то простом фреймворке, но также там есть тесты, которые затрагивают и взаимодействие с базой данных. И вот по этому бенчмарку Common Lisp, откровенно говоря, сосет у всех языков, начиная с питона, заканчивая PHP и Ruby. И это очень обидно. У меня есть подозрение, что что-то там сделано не так. Поэтому я не вытерпел и пошел на Яндекс.Клауд, создал там 3 виртуалки и развернул на них этот бенчмарк. И сейчас он у меня работает с ночи, тестируя 2 питоновских фреймворка, Fast API и Falcon. Falcon из питона самый быстрый, судя по этому бенчмарку. Вот. Еще какой-то бенчмарк гоняется по фреймворкам, написанным на Go. А Common Lisp-овые бенчмарки тестируют производительность Vue и Mingle. Я хочу прогнать этот бенчмарк на своих виртуалках, чтобы был какой-то бейзлайн. А потом попробую оптимизировать версию для Common Lisp. Потому что это как-то странно, что по тестам самого Fukamachi Vue рвет даже Go на его тестах. Вот. А тут Vue проигрывает буквально все. Так что посмотрим, как тесты отбегут, получится ли его оптимизировать. Ну а на этом сегодня все. Пишите ваши комментики, не забывайте смотреть ссылки под видео на все, включая вот этот самый бенчмарк. Ссылки будут в описании видосика. Ну, пока, всем лиспа в ваши сердца.